Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструмента. В этом видео посмотрим цену на электротриммер 220 вольт 600 ватт, вес 1,6 килограмма, длина кабеля 1,2 метра из Китая в AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео, нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 30 марта 2019 года. Так, что мы здесь имеем? $44.82. Но здесь получается две комплектации. А, евро. Вот так. Евро $44.82 и бесплатная доставка в Россию. И для американская то же самое. Ну вот, цену мы уже знаем для России. Теперь посмотрим стоимость доставки в другие регионы. Итак, Беларусь. Бесплатная доставка. Отлично. Казахстан. Бесплатная доставка. И Украина. Бесплатная доставка, то бишь $44.82 – это стоимость для всех регионов с учетом бесплатной доставки. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.